Армысыз эфирде топ жарған және оның жүргізушісімен Сарбиназ Алдабергенова. Жас мезгілі басталғалы Шымкентте футболдан турнирлер қатары көбейген. Саны көп, ал сапасы қандай. Сын көтермейді дейді жарысқа қатысушылар. Солай ма? Бүгін біздің студиямызға келген қонақтардан осы сауалдың жауабын іздейтін боламыз. Сонымен бізбен бірге болыңыздар. Сонымен төрешілерді кім ренжітті? Ал футболшы жарақат ала қалса, кімнің көмегі қажет? Бұл сауалды бүгін сұраймыз. Сонымен, Исағали ағай, қалай ойлайсыз, кімнен бұл сауалдың жауабын сұрағанымыз жөн? Шын айтсақ, бұл жауабын қиын. Я считаю, что это очень большая проблема. Все начинается с семьи, с воспитания. Сколько мы игр проводим в городе, первенство, да, мы сейчас о этом ведем речь, наблюдается невоспитанность не только как футболистов, а как людей. Начинаем мы с себя, мы спрашиваем, игра назначена в 19:00, мы приезжаем за час до игры, это минимум. Наши уважаемые футболисты и их тренера приходят за 15 минут. За 5 минут на поле. И вот отсюда дисциплина начинается. Не говоря, что о поведении на поле. Мат на мате. Вчера буквально инспектировал матч. Играют команды Оздюшор. Мальчики 2001, 2000, 2002. Такой мат я услышал. Это мой младший ребенок 2001. Я подумал, что это творится с нашей молодежью. Бізім болашағым сходсов. Что это такое? Тренера не слушают. Я не говорю, что тренер этот виноват. Это прежде всего виноваты родители. Потому что видно, какое наше молодое поколение. И, соответственно, дальше идет вот это наше поколение, которое в 90-х родились. То же самое. Поэтому очень тяжело эти игры судить. На самом деле так, да, Жан, один из организаторов любительской футбольной лиги города, области даже, да, сейчас у нас областной чемпионат же. И на самом деле все так... Печально, да, к сожалению. Вот у нас задействовано порядка 600 человек. Но у каждого, к сожалению, свое воспитание, своя манера поведения. Да, частенько у нас бывает между усобицами, между игроками бывает, между командами. Ну, между судьями это как положено, потому что каждый футболист, как, кто виноват у него? Только судья. Судьи у нас молодые работают совсем, ребята. И да, бывает, достается им. Я не скажу, что на каждой игре, но... Частенько я думаю, насчет бывает. Квалификации судей, это еще какой вопрос. Почему? Потому что если судья, например, имеет квалификацию там международного категории или премьер-лиги, он же будет судить же там же. Он начинающий судья, из-за этого он должен здесь начинать и учиться. Так же, как и игроки, они начинают здесь, они не профессионалы. Им не обязательно, чтобы был судья там профессиональный, чтобы его судили международный судья или там премьер-лиги судья. Соответственно, здесь тоже судья начинает учиться в городе. Он повышает свое мастерство, класс, тренировка для него, и он дальше проходит. Здесь просто я думаю, что здесь правоохранительные органы, очень тяжело до них достучаться. Вот это проблема. Очень тяжело. Это вот, например, даже будем говорить, ЛЛФ проводится. Там Лига любителей. Если, например... ЛМФЛ. Да, ЛМФЛ, да. Там, например, если, например, в Астане проводить, там СОБР стоит. В Алмате также СОБР постоянно. Почему? Потому что там вообще не профессионально. Они не понимают, они там борцы, боксеры, все там играют. Потому что это так, лига любителей футбола. И из-за этого там СОБР охраняет судей, можно сказать. Там человек 8 стоят. У нас...
У нас нас никто не охраняет. У нас охраняют организаторы турнира. Организаторы турнира. Да, вот. Но у нас, к сожалению, всего несколько, двое-трое человек, мы не успеваем. Сіздер бұндай турнир өтіп жатқанын білмейсіздер ме сонда? Бізге қағаз келеді. Обязательно бізге қағаз келеді. Осынша адамға, осынша адам күтілуде деп қағаз официально келеді бізге. Біз оған қызметкерлерді бөлеміз қоғам тәртіп сақтау үшін. Жол қозғалысын қамтамасыз ету үшін сырт аумақтарында жол патруль полиция полк қызметкерлері тұрады. Іште стадионның жанында, стадионға кірмейді олар. Тек қана вокруг поля қызметкерлер тұрады. Нет, вы говорите о премьер-лиге. Первая лига, премьер-лига, это другое. Вторая лига. Нет, справедливости ради я вам скажу, от управления спорта, да, на имя начальника, по-моему, местной полиции, я уже не помню, кто тогда был, было неоднократно письма писали, чтобы вот хотя бы 2-3 машины патрульные в Ахарысе комплексе, где проводится наш турнир, он в субботу, воскресенье, с утра до обеда. Главное, чтобы вовремя отправлять письмо. Письма были неоднократно вовремя отправлены. Есть приказ, где написано, и до 10 суток вы должны... Так, охраняют вас или нет? У нас нет, нас, к сожалению, никто не охраняет. Значит, не бывает писем. Потому что не может быть такого, что просят на футбол сотрудников полиции для охраны общественного порядка, и мы не выделяем для этого сотрудников. Не может быть такого. Вы просто не в курсе, но письма уходили. Да. Письма вы пишете, наверное, в районные отделы полиции, правильно? Или прямой начальник МПС города Шымкент? Организаторы, они организовывают турнир, они организовывают милицию, скорую помощь. Вот, они все, организаторы, они должны направлять письмо соответствующие органы. Например, я еще раз повторюсь, неоднократно письма отправлялись, но ни одной машины так и не было. У нас уже он идет, я вам скажу, с февраля месяца мы начали... Вот, например, то, что вы сейчас о какой игре вы идете говорить, я не знаю, я понятия не имею. Да, вы, например, куда направляли свое письмо? Начальнику местной полиции. Начальнику местной полиции спорта. Чего? Области, города Шымкент? Скорее всего, города, полиции. Потому что проводится на территории города турнир. Вот. Ну, я думаю, даже если область или города, вы внутри должны же разобраться. Если вам пришло, вы должны перенаправить в область или куда-то. Есть заявка? Нет, если к нам в область приходит письмо, например, постоянно с Ордабасы, к нам приходит письмо о проведении матча. Мы проводим. Дубль приходил в прошлые годы. Я вам говорю, Ордабасы, Дубль, это все уже на таком официальном большом уровне, потому что это Федерация футбола Казахстана. Официальное письмо приходит, я знаю эти письма. Это большой уровень. А вот то, что вы говорите, это маленький уровень. Бізде негізі Шымкентте бұл бір ғана турнир емес, жаңағы әуесқой футболшылар арасында өтетін. У нас же несколько, да, таких турниров, которые вот два турнира. Два ветеранских и жалпы айтқанда төрт турнир. Төрт турнирде де сіздер білмейсіздер ма, ол төрт турнирдің Шымкентте өтіп жатқан. Қағаз келетін болса, именно Оңтүстік Қазақстан облысы істер департаменті жер полиция басшылығының атына келетін болса, біз білеміз. Хат келген ба, келмеген ба? Хат келген, мен білмей отырмын ғой сол. Именно хат келетін болса, ол менің құзырыма келіп түсу керек. Өткені қоғам тәртіп сақтау, ол менің құзыретім. Вот насчет безопасности хорошо, смотрите, вот это одна сторона, да, медали, то, что вот отправляет письмо, куда оно отправляется, куда, где оно осталось, непонятно, но в целях безопасности вы же организаторы, вы же должны все равно обеспечить безопасность или нет? Полицию позвали, они не пришли. Вот дальше ваши действия. Мы вот, а судьи-то приходят? Мы должны уже, если вы... С первой до последней игры. Там. Нет, вы смотрите, вот что... если вы провели один матч, сотрудники полиции не пришли, вам надо уже писать вышестоящую инстанцию. Например, если вы написали начальнику МПС УВД города Шымкент, он не предоставил сотрудников полиции, напишите выше, к нам уже, начальнику МПС ДВД Южно-Казахстанской области. Мы уже будем принимать меры, выделять сотрудников для охраны общественного порядка. А то, что вы сейчас говорите, то, что вот мы отправили письмо и ничего нету, такого не будет, такого не может быть просто. То есть письмо, бумага пришла, должен быть исход, обязательно в порядке. Не может быть такого. А жедел жәрдем әрдайым боласыздар ма сіздер? Полиция қызметкерлерін білдік. А жедел жәрдем қай уақытта сіздер білесіздер ма осындай турнир өтіп жатқанын? Егер де осындай іс-шаралар болатын болса, арнайы бізге денсаулық басқармасы арқылы бұйрық, бізге 365-ші бұйрық бойынша хат жолданады. Бізге жедел жәрдемге хат жолданған кейін біз арнайы бригаданы алдын ала дайындаймыз. Ол заманауи құрал жабдықтармен жабдықталған. Арнайы барып дәрігер, фельдшер, жүргізуші барып, қызмет көрсетеді, алғашқы көмек көрсетеді. Яғни біздің қызметіміз жедел жәрдем, жедел түрде осы матчта қатысқан футболшыларға және де трибунада тұрған жанкүйерлерге алғашқы көмек көрсету. Егер де жеңіл жарақаттар болса, сол жерде алғашқы көмек көрсетіп, кеңес беріп қаралады. Ал егер де орташа ауыр жағдайлар болса, арнайы біздің жедел
ауруханага біз жеделде госпитализациялаймыз науқастарды. А они у вас присутствуют? Скорая, да, у нас стабильно присутствует прямо от первой до последней игры. Я машина думаю, скорая всегда везде присутствует. Почему? Осындай, потому что скорая, осындай, они всегда, осындай, у них все это так, как в аптеке, все налажено, все время, как тут только письмо получают, машина, да, скорая медицинская помощь, да, у нас всегда, сразу, там, молодцы, сразу врачи, вот они спасибо. Очень пунктуальные люди. Да, скорая, там вообще вопросов нет, спасибо. Жақында бір оқыс оқиға болғаны баршамызға мәлім, да, жаңағы төрешіні жұдырықтың астына алып, есінен танып қалған, да, төреші, мүліміз бойынша жас жігіт жаңағына бастап жатқан. Осында жағдай бола қалса, не жасалыну қажет негізінде? Онда жағдай жасал, даже не знаю, но я думаю, в первую очередь, скорая забрала его в больницу, там, по-моему, заявление написали, мы заявление написали, теперь будем разбираться дальше, что будет. Правоохранительные органы. Часто происходят такие вот именно стычки? Говорят часто, но о них говорят не так часто. В прессе или где-то. Такой случай, чтобы это второй раз судью сильно, это я считаю, что сильно, да, ну, бывает было, мелкие там, мелкие. Но неадекватно. Там толкнут или обматерят. Но чтобы вот так избить, чтобы он потерял сознание, это я вот сам в шоке до сих пор. И думаю, что надо сейчас на корню этот инцидент полностью его исключить, потому что это приведет к тому, что после каждой игры, раз тому можно, знаменитому, а почему я простой, я тоже хочу отличиться, сейчас молодежь же такая. Ему можно, мне нельзя. Мне нельзя, что ли? Поэтому нашим правоохранительным органам просто наша просьба, сделаем, наверное. Заявление поступило. Конечно. Мы проводили зимой семейный турнир, помните, среди семейных сотрудников? И Сагалис Арсеньевич был главным судьей. Там были правоохранительные органы. Были. Они и правоохранительные органы там получили. Они сами получили там. Им все эти погоны сорвали. Они ничего не смогли сделать. И потом получилось, ну там заявление мы написали, этого судью побили, мы там, ну, решили мы это все. Но факт, что потом уже с милицией тоже они, и милиция там ничего не сделала, они там, как вы знаете, мы живем на юге, все друг друга знают, и милиция тоже... Звонки пошли, и все. Ну, мы так, я вам скажу, мы здесь драматизируем, как будто каждый турнир у нас, каждый день взрывоопасный. Ну, такие случаи все равно бывают. Раз, например, даже если еще и милиция, полицейских бьют, да, скажем так, да? Может, когда вот отбираете команды, вот тогда нужно как-то отбирать по-нормальному, а не всех брать, которые хотят участвовать. Когда приходят команды к нам, дают заявку на участие, они все клянутся, божатся, ой, только вот моя команда будет самая дисциплинированная. Да, эмоции бьют через край, и он начинает, ну, конечно, кто-то в поражении винит. Или судью, ну, или своих игроков. От этого, Жан, от этого судьям легче не становится? Бьют-то их? Ну, да, в частности, нет, всегда. К счастью, что не каждый раз, и слава богу, я надеюсь. Ниже срока жизни уволяйся, как вы считаете, что необходимо для безопасности именно судей, скажем, вот сейчас? Когда присутствует человек в форме, в любом случае все... Не только в форме, собран уже. Собран или, ну, да. Например, казер ворноватка, например, нарушение ларвотрогу, надо строго предупреждать их. Отстранять от игры. Отстраняем. Ну ладно, смотрите, раз отстранишь, десятерых отстранишь, все, в команде уже никого не останется. Все ведь? Всю команду. Они в следующий раз уже к этому не придут. Не, команда. Я вам так скажу, остановили. У нас было, начинали мы 42 команды, сейчас раз, два, три, четыре, шесть команд уже, к большому сожалению, для них мы сняли. Ну по причине их не сняли. Ну вот, вот несколько виноваты, причин, правильно? Основные вот. Причины это драки. Остальным это должен быть уже уроком. Просто неправильная организация, организация неправильная. Почему вот скорая помощь знает, мы не знаем. Может, потому что скорая помощь реагирует быстро, а вы нет? А что тут реагировать-то? Нам письмо приходит, все, смотря куда было направлено письмо. Я могу лично после передачи поехать в гору управления спорта, вытащить эти письма именно вам в кабинет завести. Все, я буду благодарен. И тогда мы не будем там спорить здесь с вами. Есть, да. Я буду благодарен. Я узнаю, у кого это письмо. Мы с вами только этим вопросом на это все. Что с этим вопросом? Вы везде вопросы сотрудников полиции нет. Сотрудников полиции нету.
Потому что вас нет. Медики же приходят. Медики в письмо бар, значит, я тоже говорю, значит, им тоже отправляют. Да, конечно, отправляют. Значит, куда-то туда отправляют, где безответственно смотрят. Я то им говорю. Я полностью с вами согласен. Отправляйте, пожалуйста, письмо к нам. Буду теперь лично вам писать. Вот к нам лично пишите. Нандай сурак. Фуркат, теперь судьи будут судить ЛЛФ, да? ЛМФЛ будем судить, я сказал, если будут правоохранительные органы. Если нету, не видим, мы их не будем выходить, и все. Безопасность обеспечат судьям, пожалуйста, будем обслуживать матчи. Нет безопасности, зачем? Вот вы когда вот контракт подписываете, вот судья, наверное, обязательно говорит, то, что организатор должен обеспечить охрану общественного порядка органов внутренних дел. Почему судья выходит, если органов внутренних дел полиции нету там? Потому что вот организаторы, они гарантировали, что будет все нормально, будет безопасность. Вот. Гарантировали. Вот гарантии теперь же видите, что произошло. Ну, они говорят, что они пишут же, вам покажут. Я говорю же, вот семейный турнир. Нет, я понимаю, вот смотрите. Вот милиция. Вот в Ордабасы постоянно мы на совещание ходим. Да. Друг друга знаем. Да, конечно. Если сегодня вечером турнир, матч, утром у нас совещание. Я постоянно прихожу. 10 часов. Я постоянно прихожу и говорю, присутствие стольких-то сотрудников обеспечено будет для охраны общественного порядка. У вас такое бывает? Совещание, собрание, перед ладно? Матчем. Перед матчем. Перед первым матчем. Было такое собрание? Вы говорите милициями. Мы здесь милицию никто ни в чем не обвиняет. Я же не говорю, что вы плохие. Просто уходили говорю, письма, что да, вас не было. Да? Ну, вас значит, нет, в следующий хорошо, раз сейчас, будет, сейчас если вот, вас сейчас нету. А вы так реагируете. Спорить можно бесконечно. Меня мучает только один вопрос. Вот, слава богу, с этим парнем все хорошо, да, кого обошлось. Избили, да? С ним обошлось, все нормально. А если бы его покалечили, кто бы был виноват? Кто бы отвечал за все это? Если письмо, которого даже. Нет, даже или который умер, есть. Да. Если бы он даже умер на поле. Он, потому что, как я поняла, он сильно пострадал, да, вот даже на поле потерял сознание, и судороги у него были. А если бы он умер? Язык у него ушел, да. И судороги. Кто бы, у кого бы спрашивали? Кто его избил, мне кажется, бы внес персональную ответственность. И уголовную ответственность. И проводящая организация тоже. Да, проводящая организация. Проводящая организация. Енді сіз білдіңіз. Осындай турнир бар екен, тек бұл ғана емес, бұдан да бөлек тағы да бір турнир бар екен. Енді сіздер болатын шығарсыздар? Иә, енді мен қазір маған қағаздарды көрсетіп береді, осындай күні, осындай жерге қағаз жолдаған бойынша. Сол кезде мен уже ол қағаз кімнің қолында екен біліп, солар жауапкершілікке тартамын. Неғып олар осы ойын болатқан ойын бойынша, басшы құрамға баяндамағаны бойынша, және тиісті қызметкерлерді қоғам тәртіп сақтауы үшін бөлмегені үшін. Ол бойынша қызмет тексеру жүргізіп, жауапкершілікке тартылады. Фуркат, а если правоохранительные органы будут, наверное, вы дальше будете судить? Да, или как? Ну, конечно, это наша работа же. Главное, чтобы обеспечили ребятам безопасность, и все. Это главное. Если будет безопасность, конечно, будут они обслуживать матчи. Бастысы, бір-бірімізді сыйлайық, және де жұдырықты алып жүгірудің алдында бір пәс ойланғанымыз жөн деп ойлаймын. Бүгінге осы, келесіде қайта кездескенше.